Непонятно. Ну, мы в паночке постоим. Паночку мы любим. Чего ж нам еще минутку не постоять в паночке, правда? А если хотим усложнить, начинаем оп, попку влево, вправо, вниз. Тут, наверное, не видно, но не так много места, чтобы вам показать. Но очень адское упражнение для пресса. Если так, опа, попочку вниз, опа, и все. И мы уже устали. Привет, привет. Кутеп 92. Ты откуда? Хорошо лежат и стоят. Мне тоже хорошо. Да не, я уже в паночке просто 2 минуты постояла. До свидания. Вон, в Австралии уже по-русски говорят. Все, теперь я всех научила, все по-русски говорят. Привет, ребят, йога с Австралии, присоединяемся. Представляете, как классно? У них там день, и они на берегу океана занимаются йогой. А я в Латвии лежу на полу дома. Нет. Потому что если я поеду на море, я замерзну. Не, у вас, наверное, холодно еще на море. Но скоро будет у вас теплее, чем у нас. И это радует. Правда, ребята? Опачки. Ребят, чтобы вы понимали, лежала в кровати, не спалось мне. Позвонила подруге в Австралию. Она говорит, еду на йогу, давай со мной. Пришлось срочно вылазить из кровати, одевать спортивную форму. И вот мы с вами теперь занимаемся. А представляешь, там тоже люди со всего света смотрят. Заходят такие, о боже, у нас 2 часа ночи, и какая йога. Я тебе скажу больше, у нас 4 часа утра. А ну видишь, у кого как. У кого-то уже 4 утра.